сейчас проходят, можно сказать, уже вторые, надеюсь, традиционный всеукраинский кадетский турнир Кубок Сибирщины по стрельбе из лука. Соревнования проводятся для категории кадеты. Соревнования индивидуально-командные. Приехало 54, вернее, принимает участие 54 человека с 7 областей Украины. Черниговская, Сумская, город Киев, Одесская, Черкасская, Житомирская. Вот мне очень нравится проведение этих соревнований, потому что они основаны на том, чтобы стреляли именно дети, которые учатся. Они способствуют очень хорошему развитию стрельбы из лука, потому что не все статусы соревнований позволяют детей вот такого уровня вывозить. И для них психологически это очень большая нагрузка получается. Они начинают бояться, волноваться, это все равно присутствует. Но здесь, как говорится, в плане обучения стрелять на соревнованиях, это сказочный старт, просто сказочный.